И начинаем с новостей этого часа. Сотрудники ФСБ ликвидировали канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Операция проходила совместно с органами МВД и Росгвардии. У задержанных изъяли почти 400 единиц оружия, в том числе 25 пулеметов, 30 автоматов, 15 гранат, миномет и гранатомет. В преступной группе состояли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля. Все они уже задержаны, а также закрыты две мастерские, где оружие модернизировали.